Привет, и сегодня я расскажу о своей маленькой прыгкой ящерице. Вот, нет, есть такой вот маленькая коробочка. Вот тут песочек. Песок купленный в магазине, чистый. Вот. Водичка. Укрытие. Вот стоят такой корявки. Камушек, под который она любит обычно прятаться. Она сейчас как раз там сидит. Вот, и сейчас я вам покажу немножечко о ней. Расскажу что-нибудь. Вот, так. Я расскажу, чем можно кормить маленьких прытких ящериц и как их можно просто приучить. Я ее сегодня еще не приучивал, просто поймал ее и посадил. Они едят, вот, например, если она у вас вот такая вот маленькая, то она едет опарыш. Если она у вас прям совсем маленькая-маленькая, такая вот прям тоненькая-тоненькая, то половинку опарыша. Вот, приучить ее можно просто вот так, сейчас ее возьму. Так. Подождите, ребята. Так. Вот он так вот ее возьмем. Вот так немного ее гладить. Главное вот сюда вот не залезать, и вот наконец хвоста, прям под конец. Потому что им там очень плохая зона, им туда нельзя залезать. А то они вот сразу из рук выпрыгнут и все. Вот. Да просто так можно ее так на грудь взять, вот так немного погладить. Им это, по идее, будет нравиться. Вот. Что о них можно еще рассказать? Они, когда вырастают, едят там всяких букашек, можно им давать сверчков, вот. Ну, вот. Делать им вот такие вот домики из коряги, потому что они любят под ними сидеть, и немного можно только веточек туда накидать, камушек обязательно, и обязательно поилочку. Сегодня я ее вот покормила опарышем. Сегодня, ой, завтра, наверное, будет видео, как я ее просто кормлю. Вот, с вами был Максим, всем удачи и всем пока.